друзья. Сходила я сегодня за покупочками. Была в АТБ и на рынке, и в колбасном. Значит, показываю, что в АТБ купила. Квас, который вчера брали, нам понравился всем. И даже Лена его пила. Квас Тарас, белый, хлебный. Цена 19,30, 1,5-литровый. Водичку минералку моршинскую, 10,70, тоже 1,5 литра. Муку взяла, разумный выбор, килограммовую, за 9,20. Сахарок белый, 13,20 за килограмм. И конфеты взяла, птичье молоко. Вот такие вот с белой начиночкой. Ну, вот обычное птичье молоко. Тут написано на 10,24 6 штучек. И такой же фирмы, но вот с такой вот сейчас начинкой, как кофейная или шоколадная, здесь смаком крем-какао. Здесь вышло на 9,74. Ну, короче, на 10 эти и на 10 эти. По 6 штучек каждый попробовать. За килограмм 73 гривны они стоят. Пакетик, упаковочку дрожжей 5 гривен, 5,50. Взяла губки кухонные, у меня закончились совсем. Вот такие вот беру. Большая упаковка. Цена 15,40. 10 штук. Так, что дальше? Дальше печенье. Вот такое вот всегда на дачу берем. Ну, такое хорошее. Золотое кольцо. Золотое кольцо. 9,90. 215 грамм. Так. Морская капуста. 10,40. 150 граммовая. Корм для котов. Вот такой вот с курочкой. 19,30. 400 грамм здесь в Аляске. Когда на дачу уезжаем, мы оставляем ей такой корм. Так мы, в принципе, ее не кормим этим кормом. Только когда мы в отъезде где-нибудь. Потому что удобно, он просто не портится. Насыпал даже полную миску и поехал, куда тебе надо. Так, и папе сигареты. Винстон синий по 34,10. И все. Общая сумма в АТБ 200 гривен. И также зашла в колбасный магазин, взяла вот такую вот салями золотая, салтовский мясокомбинат. За килограмм 198,30, палочка 372 грамма на 73 гривны. 73,77. Короче, 74 гривны. Такая колбаска, она долго хранится и вкусная. Да, пап? Да. Да. И взяла в этот раз, попалась мне, называется щековина. Она недорогая, 75 гривен за килограмм всего лишь. Здесь вышло 320 грамм, вот такая вот штучка, даже с прослойкой мяса, вышла на 24 гривны. Вот такой вот кусочек. Ну, да, нормально. Так и называется. Свиная щековина. Дело в том, что там почеревок лежит, ну, по 180, по 170. А это то же самое, что почеревок, в принципе, та же прослоечка есть, да? Такая штучка, 24 гривны. Майонез, да, в колбасном. Майонез 18 гривен одесский. Фарш свиной килограмм 66 гривен. Картошка у нас молодая по 9 гривен. Помидоры взяла, но в этот раз взяла такие вот розовые, меленькие, по 23 гривны килограмм. Помидоры. Вот такие вот, ну, розовенькие. Mm-hmm. Хорошие, они мягенькие. Огурцы по 8 гривен килограмм на рынке. Так, вроде бы все назвала. А, и хлеб взяла. Хлеб по 11 гривен булка. Взяли 2 батона на дачу. Все, вроде бы все покупочки. Ну, в общем, в АТБ 200 гривен и так, плюс фарш, колбаса. Не знаю, наверное, гривен 500 где-то ушло. Не считала, да? Ну, где-то так, да, примерно. А что, цены вроде не то-то-то, ничего не купила, раз, 500 рублей нет, я не знаю. Ну да, сейчас конкретно подорожало. Цены бешеные, конечно. 500 рублей в том году и 500 сейчас, это разные. Конечно, разные вещи. Раньше на 500 рублей ты такие большие сумки приносил, да? Угу. А сейчас одну на 500 гривен. Что ты так мало приносишь? Вот такие на сегодня у меня покупочки, друзья. Кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всего доброго. Пока-пока.